8 задержанных и конфискат на сумму почти 400 тысяч леев. Таков итог сегодняшних обысков, прошедших по всей стране. Как отметили в полиции, следственные мероприятия прошли по делу о подготовке массовых беспорядков, начиная с 18 сентября, первого дня протестов, организованных партией ШОР. Среди фигурантов несколько спортсменов, а также председатель Аргеевского района. Среди 8 задержанных 2 женщины, отмечают в полиции. Подозреваемым от 23 до 41 года. Они проживают в Бельцах, Кишиневе, а также Дрогевском и Унгенском районах. По данным правоохранительных органов, все предположительно занимались подготовкой массовых беспорядков, перевозкой людей, особенно молодежи спортивного телосложения, из разных регионов страны в Кишинев. У некоторых подозреваемых есть судимости. Полиция представила сегодня видео с обысков, а также аудиозаписи, на которых якобы обсуждается организация своза людей на акции протеста. Да, это сколько? А, сейчас сумме силику. Да, короче, это Москва Паша. На зыск мы не ту садуешь новую за жилами. Фиг каждый день, который куда. Тот коридор, кто такой. Интересно. Вы там еще кто-то меня который куда. Да, да. Я вот зыск на телефон, наверное, еще ты ему знать по номер какой-то, что скинул номер, вообще раз все. По данным полиции, подозреваемые массово мобилизовывали людей, чтобы противостоять правоохранителям во время протестов, организованных партией ШОР. Некоторые задержанные должны были выявлять сотрудников полиции, обеспечивающих общественный порядок на митингах, чтобы в итоге их запугивать и дискредитировать. И после дня, три, Как отмечается в пресс-релизе полиции, есть обоснованные подозрения, что изъятые деньги были собраны в результате незаконной деятельности. Их планировали использовать для вербовки, организации, перевозки и оплаты людей, которые подстрекали бы толпу и провоцировали бы сотрудников правоохранительных органов. В ходе обысков правоохранители также изъяли списки лиц и телефонных контактов с указанием определенных сумм. В руках полиции оказались и документы, предположительно свидетельствующие о создании псевдоавторитетов с целью узурпации государственной власти. Расследование продолжается. Подозреваемым, если их вину докажут, грозит до 8 лет тюрьмы.